Добрый вечер, уважаемые друзья, рыбаки, охотники и просто любители активного отдыха на воде. С вами Boathouse TV, мастерская Баркас-54, я Тимур. Забежал на доработки лодка Бестер 400, пластиковая лодка, новая, была новая, то есть установили лючок, замок в лючок, нержавеечный, это мы потом покажем, установили дудку, горн, установили навигационные огни. Вот. Затем сюда пойдем, сделали подъем под мотор. Мотор Yamaha 9,9. Навесили мотор, поставили рулевой трос. Полностью было сделано рулевое управление. Установочный комплект троса Gas Reverse. Вывели чеку сюда, ну и топливо, подачу топлива. Заливную горловину врезали, врезали развоздушку. Вот, значит, установили бак, установили датчик уровня топлива, ключ массы. Здесь ключ массы. Так, сейчас ключ массы. Здесь у нас, это у нас подсветка приборов включается и навигационные огни. Плюс еще к этому ко всему установили контроллер. Контроллер, то есть капитан будет заводить скикдауна, мотор, а глушить он будет чекой. Ну и, соответственно, газ-реверс машинка. Затем, ну, как я уже говорил, рулевое управление поставили, то есть поставили рулевой редуктор, штурвал, врезали приборы. Вот он, указатель уровня топлива, тахометр и вольтметр. Затем установили магнитофон, установили две колонки от магнитофона. Так, затем были зарезаны здесь у Бестера сделаны две банки, ну то есть подъемы были высоки, скажем так, из пластика. Капитан попросил их зарезать, потому что капитан где-то около, наверное, двух, как бы не больше, метров роста, высокий мужчина. То есть зарезали сидушки родные, тумбы зарезали. Из алюминиевого листа полностью сварили площадки, то есть согнули лист, сделали, придали ему форму. То есть вот такую форму с выходом на борт, так как на борт-выход, потому что сами тумбы под сидушки, они сделаны высокие, вот по край, по обрез. Соответственно, нужно было закрыть отверстия, там блоки плавучести у них, вот, у производителя находятся. Ну вот, соответственно, так сделали. Обшили это синтеком, на них уже установили сидушки, кресла, ну и поворотные площадки установили. Тут только... Да, ну разворачивается все. Поворотные площадки. Электрику полностью всю сделали. У нас подсветка. Подсветка в ноги. Подсветка в карманы идет. Подсветка рундука кормового. Установили еще помпу. Помпа с поплавком стоит. Вот. И подсветка идет в носовой рундук. Полностью подсвечивается. Так. Подсветку, потом следующая идет помпа, но она с поплавком, то есть она не отзвучивает сейчас. Ну и сигнал. Вот таким вот образом. Да? Вот такую работу провели с лодкой Бестер 400 пластиковой. В принципе, все достаточно получилось симпатично. Здесь отверстие сливное, но капитан, у него есть какая-то особая крышка, то есть он будет крышку устанавливать сам, но это несложно, там три самореза. В принципе, отверстие сделали, гелькоутом внутри обработали, то есть пластик защитили. В принципе, ну еще установили под карман здесь, то есть карман под рулевой трос и тягу рулевого троса, чтобы когда... Ну, это, в принципе, делается на всех лодках, чтобы рулевая тяга туда заходила. Вот, в принципе, наверное, и все. Звоните, пишите.
есть еще маленький нюанс. Да, многие спрашивают, что там с Киргизом, что с вашей лодкой. Повторюсь, мы приобрели Киргиз 440-й, так как мы являемся официальными дилерами Marlin Motors. У нас в продаже есть моторы Marlin. Вот, мы взяли на свою лодку, на Киргиз 440-й, мы тоже являемся официальными дилерами Киргиза. Вот, мы взяли Marlin 60-й на Бигфуде. Вот, лодка у нас встала на сборку, то есть очень-очень скоро будет горячий пирожок, будет интерес. В Астрахань на недельку хотели съездить, и я думаю, что мы ее полностью там протестируем, обязательно снимем видеообзор касаемо лодки, что с ней сделано, какая она стала, почему это так сделали и на что именно я опирался, когда мы делали эти новшества. В принципе, все покажу, все расскажу, потому что задумки уже реализованы, и во всяком случае в металле мы все воплотили. То, что хотели, осталось именно вот сборка. Все, лодка на сборке. Я думаю, что ну, пару недель нам нужно будет на то, чтобы ее собрать и уже быть готовым. Вот таким вот образом. А вы, дорогие друзья, звоните, пишите, задавайте вопросы. Всегда вам рады. Команда Баркас 54, я Тимур.